Из русской классики. Онегин целует Татьяне запястье и лезет в коляску. Еще не финал. Она на ветру замирает от счастья, а он читает журнал. Все плоско, уныло, сливаются строки, вокруг ни черта не видать. Коляска трясется, ему одиноко, похмелье, и хочется спать. Зачем всю дорогу березы и елки? Зачем ему в поезде тесен фраг? Зачем на болонку похожа Ольга? Зачем этот ленский дурак? Зачем петлицы пожухлая, остро в ушах ослепительный звон? И тачьи плечи белее алебастра, с улыбкой глядит на него. И он подходит в сиянии света. Скажите тогда, это были вы? Онегин дремлет, в шнурках штиблета запутались стебли травы. Онегин целует Татьяне запястье. Она на ветру замирает от счастья. Еще не финал, еще не финал, еще не финал.